Ассортимент премиальных авто китайского производства пополнила послереформенная версия кроссовера, которая позиционируется брендом Great Wall под маркой Havail H6 2022. Планируя массовое производство новинки, производитель также намерен оставить на конвейере популярную на внутреннем рынке модель прошлого года. Получивший полноценный рестайлинг новый кроссовер – это результат амбициозного проекта, предусматривающего выход лучших образцов брендовой продукции на более высокие рейтинговые ступени. В достоинствах модернизированной шестерки третьего поколения номинальное соотношение стоимости и современных эксплуатационных параметров, достойной модели более высокого класса стильный и выразительный кузовной дизайн, продвинутая техническая и электронная оснастка, а также реальный во всех отношениях внедорожный потенциал. В элегантный и выразительный стиль передка гармонично вписывается клиновидная форма многофункциональных светодиодных фар, комплект совмещенных с противотуманными огнями боковых диффузоров и диагональная компоновка защитной панели компактного обвеса. В оформлении фронтальной плоскости кузова удачно использованы декорирующие свойства спортивных ступенчатых и волновых рельефов. Стремительная, динамичная и элегантная новая модель китайского премиум-кроссовера в боковой проекции. В наличии выигрышное сочетание особенностей брендового кроссовера стиля с интересными по замыслу и исполнению дизайнерскими решениями. В дизайне кормовой части корпуса соблюдены основные классические каноны европейской кроссоверной компоновки. В зоне внимания компактные размеры укомплектованного спойлером заднего окна, брендовая графика клиновидных фонарей, декорированная логотипом и глубокими ступенчатыми рельефами дверь багажника, щелевые плафоны противотуманных огней и защитная панель массивного кормового обвеса. Наружные габариты Havail H6 образца 2022 года в гармоничных соотношениях 4649 на 1852 на 1710 мм превосходно сочетаются с обтекаемым контуром кузова. Межосевая база 2680 мм способствует стабильности ходовых параметров. Несмотря на кроссоверный статус, клиренс новинки составляет всего 140 мм. В достоинствах новой версии стоечная макферсоновская подвеска передней и двухрычажная задней оси, наличие эффективных стабилизаторов поперечной устойчивости, дисковые тормоза и дополнительный функционал активных систем дорожной безопасности. Havail H6 2022 предлагает выбор из двух силовых агрегатов полулитровой бензиновой четверки с выходом 169 лошадиных сил и 285 ньютон-метров крутящего момента или двухлитровой на 224 лошадиные силы и 385 ньютон-метров момента. Двигатели комплектуются 6-скоростной механической коробкой передач или 7-ступенчатым роботом. Привод передний или полный. Пятиместный салон демонстрирует премиальное качество тканевой или кожаной отделки, продвинутые характеристики технической оснастки и автомобильной электроники, а также высокие показатели посадочного и путевого комфорта. Тоннель оборудован колодцем для смартфона или другой мелкой клади, несколькими органайзерами, рычагом стояночного тормоза и холодильной камерой. Состав технического оборудования и характеристики комплектующей электроники модернизированного кроссовера отвечают действующим европейским стандартам. Сервис командирских кресел с боковой и поясничной поддержкой предлагает активные подголовники и 8 регулировочных параметров, оборудование вентиляции и подогрева, а в топовых модификациях – встроенную память и несколько разновидностей вибрационного массажа. Тест-драйв новой версии премиум-класса подтвердил эффективность внутренней звукоизоляции, безупречное взаимодействие комплектующих салон систем и агрегатов, отличную обзорность со всех посадочных мест. Пишите в комментариях, ждете ли вы данный автомобиль в России и выбрали бы себе его вы в комплектации с полным приводом. Нам важно услышать ваше мнение. А следующее видео будет посвящено китайскому спортивному седану от Geely. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.